Ведь будет завтра. Наверное, никто и никогда не сможет раскрыть тайну песни. Многие всю жизнь пытаются открыть смысл высокого поэтического слога. Другие замирают от волшебства прекрасной музыки, приносящей истинное наслаждение и мироощущение. И только песня объединяет эти самые сильные жизненные начала. Тот, кто хотя бы раз осознает силу летящего прямо в души людей музыкального слова, уже никогда не сможет спокойно относиться к искусству. Вадим Данченко на профессиональной эстраде не новичок. Он имеет большой опыт работы в области эстрадного искусства и шоу-бизнеса как в нашей стране, так и за ее пределами. Поклонники и коллеги по работе дали ему творческое имя – М-Дан или Маэстро Дан. Мы будем сегодня вновь с тобой танцевать и музыкой томных фраз друг друга ласкать. И скажем теперь слова. Судьба дала ему возможность испытать себя во многих ипостасях музыкальной карьеры. Вадим Данченко прошел все этапы профессионального становления. От музыкального работника в детском садике до руководителя эстрадного коллектива филармонии, выступающего на самых престижных сценах бывшего Союза и в странах Европы. Музыка была и есть для меня основой моей жизни. В ней я постоянно искал и ищу особые возвышенные эмоции. Менялись времена, вкусы, стили, но изысканность гармонических созвучий, мелодий и ритмики всегда были и остаются моими приоритетами. Сегодня Вадим Данченко – известный композитор, аранжировщик, член национальной лиги композитора. Его песни звучат на самых престижных уровнях – в телевизионных проектах, в эфирах отечественных и зарубежных каналов, на общегосударственных мероприятиях. Ко всему, маэстро Дана можно услышать в эфирах и на сцене еще и в качестве исполнителя. За последние годы он написал ряд песен, созвучных его внутреннему миру, наиболее полно передающих его ощущения личной жизненной философии. Они несут позитивный импульс, наполненный светлой лирикой, легкой иронией, доброй энергетикой. Без вдохновения трудно создать что-либо стоящее. Иногда свежие мысли появляются очень быстро, но потом долго вынашиваются. Создавая песни, вначале я отталкиваюсь от музыкального действа. Оно звучит внутри, потом я это воспроизвожу, а дальше на эмоциях, которые вызывает музыка, мне навеивается текст. Все это было, будто вчера. Я резко свой путь поменял. По дороге, идя за тобой, я повод знакомства искал. А дальше все было, как в старом кино, но только не помню в каком. Так, как теперь, забываю я все, когда мы с тобою вдвоем. Я забываю с тобой обо всем, жду нашей встречи я вновь. И я не знаю, как мне дальше жить. Быть может, это любовь. Стиль
и манера исполнения Вадима Данченко ярко отличается от других эстрадных исполнителей Украины. Ему удается синтезировать самые разные музыкальные направления, внести в поп-музыку элементы соул, джаза, фанка, хип-хопа, блюза, рока. Лирические песни сочетаются с танцевальными композициями. Вспоминая иногда все, что было с нами, романтичный, стильный мужчина, для которого превыше всей жизненной суеты общечеловеческие ценности. Гитара, рояль – непременные атрибуты его сценического образа. Музыкальный материал маэстро Дана очень насыщен и изыскан. Экспрессии жизнеутверждающей силой наполнена каждая его песня. Его слушают люди самых разных возрастов, которые, несмотря ни на что, верят в свои силы, в завтрашний день, стремятся отыскать особый романтический вкус. Пережить вогонь добра в усі часи, щоб холодний вітер зла не погасив, щоб у темряві не жить і життя не розлюбить. Бережіть вогонь добра в усі часи, освітіть вогнем добра свої шляхи, і не будуть спокушати вас гріхи. Сповістить свята весна, що любов на всіх одна. Освітіть вогнем добра свої шляхи. Вогонь добра серед морозів, вам теплу музику зігра, вогонь добра. І хай завжди на кожному порозі зустріне вас, і хай завжди зустріне вас вогонь добра. Сейчас Вадим Данченко разрабатывает сольную концертную программу, готовит к выпуску аудиоальбом, снимает видеоклипы, очень активно выступает и перед живой аудиторией. Эндан – участник самых различных эстрадных проектов. Его можно услышать в Ялте, Москве, Киеве, Харькове, Львове. Он имеет большой авторитет среди людей своего круга и представителей других профессий. Искренне делится опытом с начинающими исполнителями. Помогает молодым композиторам, преподает эстрадное пение. Вадим Данченко убежден, что песня – это невидимая нить, соединяющая наши души с Богом. И в этом, наверное, заключается ее главное таинство. Есть только музыка. Ведь будет завтра.